Здоровенькие были подписчики мопеда Раритетовича и пользователи сайта wagnerbike.ru. С вами Илья Механик. И это видео-превью, посвященное майскому мега-челленджу 2016 года. Я сейчас нахожусь на таком вот учебном полигоне на улице Байкальская. Те, кто из Днепропетровска, те знают. И, в общем-то, вот на трамплинчике. Здесь и будет организована небольшая такая наша импровизированная трасса по типу Лемона. Такая вот задача 2016 года мега-челленджа. Гонка на выживание. 30 числа апреля мы будем стартовать, не 1-го, как в Энгельсе. Будет часовая гонка вечерняя. Скорее всего, после 7 вечера, когда стемнеет, в фарах будем. Тут вот скоро будет разметка трассы, я выложу через несколько часов после видео, ну, как отработаю. И обязательно будет трасса проходить по вот этому трамплину. Возможно, даже дважды надо будет его проезжать за круг. Я это как-нибудь обдумаю и обо всем сообщу. Надеюсь, вот как сейчас вот учебная машина, люди учатся кататься, на праздники их будет меньше, и мы им не составим дискомфорта. Вот такая вот обширная полигонная часть, трамплин. Сейчас я на велосипеде, на мопеде. Ждите. Спасибо всем за внимание.